Помогает ему Ракитич. Олич передачу низом делает. Опа! Сборной Хорватии. Я прошу прощения, это я не пытался подражать великим, но мне просто показалось, что в Бразилии, когда забит первый мяч чемпионата мира, это вполне уместно. Ну, Владимир Стагненко мастерски сейчас перешел на бразильский диалект португальского языка. Олич на левом фланге, подача низом. И Марселу в борьбе, я так думаю, что с Еловичем. Смотрим еще раз. Да, здесь Елович, да, и Марсело подставил нижние конечности очень неудачно. Кто бы думал, это у нас какая минута матча? 12-я. Ну, еще шла тогда 11-я, да? На 11-й минуте матча. Инаугурационная. Бразилия.